Настало время узнать о погоде на территории Верхнеуральского района в эти выходные. По данным интернет-сайта Гисметео, в субботу 5 октября температура воздуха утром плюс 4, вечером плюс 16 градусов. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 6 октября утром плюс 2, вечером уже плюс 15. Ветер южный 2-3 метра в секунду, без осадков. Все выходные ясно. В эту субботу профессиональный праздник отмечают учителя. Поздравьте своих педагогов и смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своих экранах.